Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удаленно работал в 200 километрах от областного центра в столице России по мотоциклетной части. Вы угадали, конечно же, в Ирбите, куда он привез с собой еще и министров и с ними на месте провел выездное заседание областного правительства на 99%, посвященное развитию уникального города и подготовке к достойной встрече его 400-летнего юбилея. И надо заметить, даже само по себе это заседание стало знаковым событием для города. Этот город с уникальным промышленным, историко-культурным и архитектурным наследием, традициями и стилем. Мы поставили перед собой задачу к юбилею Ирбита обеспечить качественное преобразование в экономике и социальной сфере города, в инфраструктурном развитии, благоустройстве территории. Сделать жизнь ирбитчан удобнее и комфортнее. К юбилею Ирбита областные и городские власти воплощают многомиллиардную программу «Ирбит-город-музей». Исходя из этого утверждения, можно считать, что, по крайней мере, в историческом центре каждый дом – это экспонат. Поэтому каждому обращено пристальное внимание. А вот то, вот следующее, что? Это тоже школа. Мы в этом году приступаем уже к реставрации. И параллельно проектируем как раз приспособление под гостиницу. Вот тут второе. Вы говорите угловой или вот следующее здание? Вот следующее. Вот следующее здание. А вот смотри, потом белое, красное. Это жилые дома. Белое, красное, белое. Это жилой дом Красноармейская 5. А следующее? Следующее это Орджоникидзе 37. Тоже от гостиницы вот это говорили. С 2022 года идет реставрация пассажа. Это не просто один из самых ярких архитектурных символов города. Именно он с 1864 года стал главным павильоном знаменитой Ирбитской ярмарки. Для царской России это было явление по значимости, сравнимое с тем, что для Советского Союза, например, значил Уралмаш, Днепрогэс или Байконур. Москва, Архангельск, Китай, Средняя Азия регулярно приезжали сюда со своим товаром. И, естественно, здесь была вся Сибирь со своим железом и пушниной, которая для страны тогда была аналогом нынешних нефтегазовых богатств. По товарообороту она уступала только Нижегородской и проработала без малого 3 века. Это родной кирпич, да? Это родной кирпич. Мы его потом очистим до состояния фасада, и он будет исторический. Его надо очистить. Вот оконные проемы, которые мы раскрыли. Их не было, более, скажем так, четко видно. Такие косые подоконники кирпичные. Ну, это уже новое оконное проемы. Вот так будет выглядеть пространство, вот это вот, в котором мы сейчас находимся, после реставрации. Оно немного мелко, да? Это левое крыло. Право скажу. А здесь... Вот так вот, где вот мы находимся, вот так. Это вот здесь. А что здесь будет? Ну, хотят картины выставлять, еще что-то, какие-то планшеты. Кстати, о картинах и прочих художественных ценностях. Ирбит – это уникальный город сам по себе, количеством памятников и историко-культурного наследия. Но здесь и находится, наверное, самая большая коллекция гравюр, оригинальных гравюр. Рембрандт, Ван Дейк, Дюрер, здесь Рубенс. Здесь огромная, наверное, самая большая коллекция карикатуры, той самой еще дореволюционной карикатуры. И, безусловно, нужно создать условия для того, чтобы сюда приезжали не только туристы, но и специалисты. Специалисты, кто увлекается этим, художники. Для этого мы будем здесь развивать и арт-резиденцию, для того, чтобы можно было устраивать там художественные биеннале. Все это мы обсудили сегодня. Это огромная работа. На состоявшемся в Ирбите почти историческом выездном заседании областного правительства, кроме него, Ирбита, обсуждалась единственная, но крайне важная тема про наше все, но не про Пушкина. Прежде всего, что касается летнего отдыха детей. Оздоровительная кампания стартует у нас 1 июня. За лето отдохнуть в загородных, санаторно-оздоровительных и дневных лагерях смогут свыше 200 тысяч школьников. Кроме того, отправляем школьников на Черноморское побережье в рамках проекта «Поезд здоровья». И больше тысячи человек будут отдыхать во всероссийских детских лагерях. Примерно то же, что и в Артеке или Орленке, разве что только Черное море пока не выкопали, есть теперь и в Ирбитском оздоровительном лагере «Салют», крупнейшем на востоке области, где уже 4 года ведется масштабная реконструкция. В ближайшее время она продолжится строительством нового физкультурно-досугового комплекса с концертным, спортивным и кинозалами, библиотекой и игровыми комнатами. За счет уже проведенной модернизации «Салют» стал круглогодичным лагерем.
Глава области посетил и обновленный к 9 мая мемориал на бульваре Победы, где зажгли вечный огонь, которому гости возложили цветы почти в память павших героев. Здесь же, в окружении горожан, Евгений Куйвашев выслушал от них множество пожеланий, что называется, из первых уст, ну и на себе убедился, что жители Ирбита реально видят и ощущают на себе те значимые перемены к лучшему, которые происходят в городе, готовящемся к юбилею, и понимают, кому за это сказать спасибо. Спасибо вам за экран и за глухан. За фонтан, да? Да нет, это, во-первых, я хотел бы тут на себя пух не набрасывать. Глава у вас молодец. Да. Депутаты Коробейникова выбрали, вот он вам тут и... Евгений Владимирович, мы хотим вам сказать большое спасибо за то, что вы делаете для нашего города, для ирбитчан. Будет очень так интересно. Держать. Будет очень интересно. И Николай Вениаминович вдохновился. Мне сейчас вот пообещал министр транспорта, что к ярмарке запустят регулярную ладочку. Пообещал. Я попробую, пусть попробует не сдержать. Спасибо. Спасибо. На заседании правительства, прошедшем в Ирбите, губернатор выдал целый ряд дальнейших поручений министрам и городским властям по восстановлению исторических зданий, обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры, строительству жилья и так далее. Ну и оценил ход и перспективы воплощения программы «Ирбит. Город-музей». Пока в программе больше 19 миллиардов рублей, но, скорее всего, будет корректировка в сторону увеличения с учетом того, что дополнительные поручения были даны, поэтому за оставшиеся 7 с лишним лет будет выполнен колоссальный объем работ. Ну, действительно, это не просто нам, на самом деле, осталось всего 7,5 лет. Задачи поставлены сегодня еще больше. Ну, я уверен, что мы совместными усилиями, потому что это делает не только Евгений Владимирович, либо я, это огромная команда специалистов, помощников, профильные министерства, депутаты. Совместными усилиями я уверен, что мы справимся, и то, что нам здесь кажется, насколько динамично город развивается, на самом деле хочу сказать, что Евгений Владимирович сегодня сказал, что медленно, плохо работаете. Поэтому работы еще у нас много впереди предстоит. Ну, я уж не так сказал, ладно. Неплохо, просто побыстрее надо.